Не о том говорю, чтобы жить нам беспечно. Уповайте на Бога, вот о чем говорю. Просто вспомнилась повесть, минувшая вечность, когда царь обращался к другому царю. Ты наполнил долины своими конями, ты усыпал войсками холмы, как песком, окружил мой народ и смеешься над нами, потому что народ мой невеликий числом. У тебя превосходство в военных доспехах, дрожь по спинам при виде твоих сильных мужей. Только в этой войне вам не будет успеха. Вы пошли против Бога, а не против людей. А у нас наш Господь, мы его не оставили, мы к нему прилепились всем своим естеством, и любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о нем. Если он наш Господь, не ему ли почтенье, не ему ли святому вся слава и честь, и ложатся рядами хлебы предложения, и молитвы которых на пальцах не счесть. Его заповедь свята для великих и малых, его путь превосходен всегда. Потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы не служим Хамосам, но ему одному. И сегодня, в наш день, из источников разных рвутся сотни угроз о грядущей беде, о возможной войне, о губительной язве и стихий, разыгравшихся ужас везде. Достигает неслыханных прежде масштабов терроризм, разгулявшись по разным местам, и ползут с преисподней, как черные жабы, сотни разных болезней, неведанных нам. Нынче даже у сильных колени трясутся, нынче смелые спят с пистолетом в руках и хотели бы снуть, да боятся проснуться и узнать о последних в стране новостях. А у нас наш Господь, мы его не оставили, мы к нему прикипели всем своим естеством, и любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о нем. Если он наш Господь, не ему ли почтенье, не ему ли святому вся слава и честь, и ложатся рядами хлебы предложения, и молитвы, которых на пальцах не счесть. А отваленный камень, как свидетель у гроба, подойди, посмотри, нет внутри никого. Наш Спаситель живет, и а ну-ка попробуй, потягайся живущим народом его. Его заповедь свята для великих и малых, его путь превосходен всегда. Потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы не служим Мамоне, но ему одному –